Ну что, всем привет! Сегодня марафончик будет. Попытаюсь пройти эту игру. Вот, что-то давно хотел в нее поиграть, как-то как обычно забросилась, забилась с дотой. Поэтому сегодня надо будет попробовать пройти Shredder's Revenge. Чё, погнали! Не, ну заставочка прикольная, мне нравится. Вот. Единственный момент один есть, да? Почему-то... единственный момент, почему-то я чат не вижу. А... Странно. Что, перезапускать чат, что ли? Так, как тут оно... Как оно тут? Док-панели, по-моему, да? Чат. О, пошло. Пошло. Блин. Странно YouTube в последнее время. Ну вот, короче, стартовый экран. Мне кажется, даже хуярит звук. Чуть-чуть потише сделаю. Вот так вот. Да. Сюжет. Новая игра. Попробуем пройти. Сначала на первой сложности начнем. А уже потом будем побольше челленджа делать. Так, сейчас я уровень звука сразу на стриме проверю, чтобы нормально было. Оно, мне кажется, вообще сильно орет. Прям громко орет. Сейчас проверим, как оно звучит. Выбираем персонажа. Сплинтер есть. Ну, чё, я наверное, Микеланджело возьму. Интересно, интересно, что тут сейчас. Новости, типа, все хорошо. Студия 6 канала, эпизод 1.
Капец там. У них что происходит? Ну пока это первые. Капец. О, у меня комбо 50 ударов, нихуя себе. Залетел я. Тысячи лет не играл. Опс, все. Неплохое так комбо. Ой-ой-ой, какой он. Бах-бах. О, привет, гляньте. В телефонах залипли, молодые. Тебе мало? О, гля, тут в компьютер решили они поиграть. Ой-ой-ой. Ой, тут что-то происходит. Что тут? О-о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 -
Так, мне надо кусочек пиццы, пора уже искать, я думаю. Все, хп мало, надо кусочек пиццы где-то будет подыскать. А очень мало уже хпшки. О, повар, нихуя себе. Тут повар. Надеюсь, меня не убьют. Уже два этих хп. Ну это ж... О, вот эта пицца, не, я возьму ее. Ну кухня же правильно, должна быть пицца, как так-то? О, тут спортсмены, там глянь, пицца, а, ну это съемочная площадка, понятно. То есть где-то пицца была, а где-то уже и спортом. Как он воткнул прям в меня. Бля, какая игра прикольная. Все, на джойстике, наверное, вообще удобнее играть, аж на клавиатуре фигачу. Ой-ой-ой! Все-таки меня ёбнуло. О, опять телефонисты. О, пицца есть, сейчас можно пофайтиться будет сначала, а потом пиццу похавать. О, что-то я... Это секрет нашел. Бибоп.
Ля-ля какой! Ну, пока можно... О, он хорошо так коцает. Все, пора хп брать. Классно. Все. Голова Кренга, кстати. Голова Кренга вон. Первый эпизод пройден. 3333 удара, охуеть. Прикольное совпадение. Ну а что, голову забрал и сбежал, понятно. И убегает, или какой трус? Чистый трус. Тут. Ну чё? Испытание 03, предметы 03. То есть я ещё не все испытания прошёл, да? Вот. Личная просьба. Ну давай попробуем, да, почему? Что там он просит? Вот. Разрешите мои перепечные первые полосы подшиться. Понятно, газета нужна ему. Тут я все предметы нашел, получается. Второй уровень, погнали. Улица Нью-Йорка. Ой-ой-ой, что-то они выкручивают колеса, глянь, знаешь, оно... Пиздец. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. On the floor!
Ладно. Ой-ой-ой, это ошибка была. Ой. Ой-ой-ой. Коробка. Коробка. Ой-ой-ой. Нихера. Рокстеди. Thank you.
такой посильнее будет. То есть они все равно уезжают, получается, они починили свою тачку. Ладно. Кавабанга, Ирма, Лангенштейн. Блин, ну я не успел прочитать. Собери дневники Ирмы. Они обнимаются, прям довольные, машину починили. Ой. Ой, нихуя, понятно. Блин. Сложный уровень. We'll be right back.
Что там сейчас будет? Ой-ой-ой. Ой, с машиной надо что-то. А, что делать? Как я... тормозить будет. Пипец. Да, на средней будет тяжело потом. Я, правда, не знаю, где здесь вообще эти комиксы искать, тут испытания, вот, вообще непонятно, где здесь секреты какие-то. Блин. Оп, четвертый уровень. Я же говорю, предметы вообще непонятно, где здесь искать. Эпизод 4. О, зоопарк. Какой-то ящерица будет.
Буйволы, офигеть. Ой. Это голова. You're gonna get the horns, partner. Can you dig it, suckers? О, все, меня ёбнули один раз. Понятно. Ну там я в яму упал. Что-то звук страшный, да, какой-то? Ой, ой, ой. Ну, какой-то страшный челик, канализация будет. Крыса, блин.
Потом испытание одолеть, используя мощный удар и ловушку, понятно. Вообще нет. Понятно. Сложно.
Что-то здесь странное, опять голова это. Король крысы. О, опять Rocksteady. Центр. Мини-босс, получается, был. Special delivery!
Вовремя. Нехило он дамажит вот этот вот, кстати. Они не разбиваются. О, Шреддер, ебать. Ой-ой-ой. Королева игр. Ну давай. Суперудара как раз нет, к сожалению. Йоп. Тяжеловато будет. Капец, она мощная, она реально вообще не пробивается. Еще один. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вонючка какая-то. Веселящий газ. Он рыгает. Неплохо она дамажит. Ебать.
Жестко, я навсегда смог на этой жизни пройти. Приятно, очень такие моменты. Ну, суперудар пришлось потратить, конечно, на эти. Я думаю... Да, не, прикольная игра на самом деле. Прям очень нравится. Получается, лучшая серия 50. Не, ну это неплохо, кстати говоря. Так. Сейчас что дальше будет? О, тело Кренга. Собери его видеокассеты. Хорошо, понятно. Понятно. А ну-ка, убежишься, черепах. Прикольно. Уровни, да, короче, получается, 10 уровень, можно всех прокачать до 10. На крышах теперь прикольно. О, они... Испытание, так, пройди никуда не упав, брось три драга вниз, одолей, используя ловушку, не люблю такие все приколы. Печики. У меня 4 жизни всего.
Ой-ой-ой. Не умею сбрасывать, короче, ладно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Красиво было сейчас. Все-таки я смог это сделать. Ой-ой-ой, да, опасно было сейчас, наверное, это. Это не падает большой. Кассета. Опять они. С двух суперударов можно только убить, нифига. Это серьезно. Вдвоем бьем по рок, кстати, офигеть. Тоже серьезно. Это спутки стреляют по мне. Понятно. Он, кстати, не дамажит почти по ним. Почти не дамажит. Он бесится уже. Я правда не понял, что он. Какие они мощные, мощные. О, прикольно, я лично прям выглядит классно. Так.
Класс. Класс. Вот. Из пяти предметов. Посмотрим, что здесь. Ужас в небесах. Да, это такое над Манхэттеном. Не люблю я такие уровни. Ну ладно. Так, интересное сообщение, чат видны все, а все равно нифига. В инвизе у меня все. Ебатория. Музыка, кстати, прикольная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А испытания какие? Не получи урона от препятствий. Одолей. Пользуй суперудар. Да, использую суперудар. Не получи препятствия. Пицца, пицца. Ням-ням. Так, а это вот что-то злое летит. Опять, да сейчас будет. Ой-ой-ой. Классно. Ой-ой-ой. Ну и что это за хуйня была? Е-е-е. Пиздец.
О, что за лед, кстати. Неплохо, только сейчас название прочитал. Нормально. Вот его сбили. А, они полетели, короче. На набережной сейчас начнем. Интересно. Вантусами с этими вещами. Неприятно, они быстро перезаряжаются очень. Вовремя пицца, кстати. Ой-ой-ой, подбегают. Капец, Вантус. Черный какой-то. Прямо сильные они.
Ты бросок в камеру, да, мне нужно сделать. Мощные эти роботы, бля. Ой-ой-ой. Капец, смотри, пицца моя. Все. Не до немного я не дошел. До пиццы, наверное. О, проебал один удар. Сажали его. Я еще испытание прошел. Бери мне этих жуков. А? Вот они. Сука, а я много уже собрал, кстати. Да? А, нет, немного, ладно. Вон она, 10-й уровень. Интересно, что здесь будет? Кремниевая аллея, ох ты. Испытание. Бросай врагов, чтобы раздолбать этим ящик, одолей. Короче, понятно. Hits the spot.
Ну я ж уклонился, блядь, блядь, я ж уклонился. Сложно. И роботы мелкие. Капец, жизни, как всегда, нет. О, кстати. Смотри, что здесь.
turtles. So clear to me now, the turtles are my friends. System crash. Outstanding, перепахивает мои друзья. Так. Пиздец. Tonight I dine on turtle soup. Нашествие динозавров, интересно. Dinosaur Stampede! Craig's legs are going to the museum. Одолей 5. Подземный удар, выполнен удар в полете. This is gonna get me a major promotion. Special delivery! Жизни сюда нет. Oh.
Давай. Пиздец, блядь, что творят. Ладно, потратим жизнь, что делать. Раз по-другому никак. Тяжелые. О, это что, помощники у него будут только сидеть?
kind of need your help. You've got to find my VHS tapes. Ой, это с этой смухой. Интересно, сколько здесь уровней вообще? Реально интересно. Короче, не написано в интернете, офигеть. То ли я так ищу. Что-то одолеть 10 роботов, да, все в прыжке, одолеть 5 врагов, мощный удар. Не, ну игра мощная, мне нравится. Там с роботами не получается. Там еще осталось мощный замах. Давай позамахиваемся. Ну-ну-ну. Жизни, кстати, немного. Oh.
Офигеть. Очень жуки. О, вот и муха эта. Да, он не ученый, ученый пацан. Так, вот это вот крэнк уже. Офигеть. Это непонятно, но это типа заключительный, да? Что это? И это в другую зону мы переходим, а то что... Измерение X! Нифига себе! Гляньте-ка, ребятки! Понял. Технодром. На одном дыхании игра проходится. То есть мы в технодроме. Испытание, одарей врагов. Могучую пиццу. Сбрось врагов вниз. Супер удар. Ну, давайте супер удар накопим сначала.
Так. Одолей каменных воинов, используя суперудар. Давай. Давай, так пошел. О, кассета заключительная, кстати. Пятый. Так, пицца нужна. Музыка прикольная. Ой, это бронированный уже, посложнее будет, с гранатами кидаются. Ух ты. Пицца нужна еще. Ой-ой-ой. Все? Время отдавать жизни. Сбрасывать, да?
Интересно. Что мне сделал могучую пиццу, я не нашел ее. Понятно, я ее не нашел просто. Обидно будет здесь сдохнуть. Это еще не конец уровня, офигеть. Технодром. Давай, 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 давай. Ебанутая, конечно, сложность тут все равно сложно там дамажит. Ебать. Ага, сбросить тему, нормально. Но могучая пицца, я думаю, можно как-то сделать будет. Ага, этих не убить. Пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой, это Шреддер, кажется, ёлк. А. Он заинвейдил, получается, мой удар. Прикольно. Что это за херня? Ебать, он... Я не знаю, что, как его бить. Хуеть. Ну я проебу, короче, я реально не знаю. Нахера они так делают? То легкая игра, то прям вообще сложная. Непонятно.
если мне хватит жизни просто. Хоть дамаг пошел, уже хорошо. Пиздец. Сложная, сложная, прям вообще. Реально сложная штука. Вот это прям вообще жестко было. Это не летают на своих этих дисках. Личная просьба выполнена. Так, ладно. Надо к этому съездить в гости. Вот он, красавчик. Тут. 100 очков дал. It's about time. My tapes are priceless. Где еще черепах? Пройди сюжетный. Все концовки в сюжетном режиме. Ага. Ну прикольно. Погнали в технодром. Два часа уже идет стрим. Испытание. Не получи препятствий по урона. Не дай себя схватить. Используй мощный замах. Понятно. Прикольно, в космосе летаем. Ха! Заэвейдили мои удары.
монстр какой-то, да. Нихуя себе. Ебатория. Ну тяжелые, конечно, вот эти. Сложность прям супер тяжелая уже. Вот, технодром вон он. Давай. Да ну нахуй. Понятно. Бля, как их бить вообще, я не пойму. Хотя бы с этим справился, ладно, это в принципе нормально. Ебать. Жара пошла. Пицца не будет, понятно. Вот и все, уже две жизни. Очень сложно.
Так. Нихуя. Пиздец. Сложная игра, очень сложная. Так. Кристаллы, да, надо собрать. Ой, я почти все сыграл. Вот, наверное, кристальчик будет. О, это же будет сейчас прэнк. Не попал. Тут прям сильно они дамажат, смотри, что творится. Ну все, это минус жизнь. Стандарт. Это стандарт. Минус жизнь.
Блять, нет. Проебал я этот. Да ёб твою мать. Минус. Пиздец, да уровень, вот просто... Где-то так рэнк. Пипец. Он вообще не дамажится, кстати говоря, его бьешь. Это слабый дамаг.
Нормально. В следующий раз он на средней сложности будем проходить на другом персонаже. Жесть. Куда это он? Ой-ой-ой. Шредер, блядь. Пипец. Так. Ну. По нему дамаг вроде нормально проходит, но по мне тоже неплохо он проходит. Прям дрочит, прям ебёт он. Коцает прям сильно. Ну и у нас тоже дамаг хороший. Ля-ля-ля, он еще может, он имеет шансы. На этом все, я надеюсь. Нет. У меня одна жизнь осталась, а нет, три жизни, ладно. Так, хо-хо-хо. И что? Куда мы дальше едем? Статуя Свободы, да, наверное, мы едем. Да, к Статуе Свободы, походу, мы едем. Вот здесь. Тут дамаг вообще, кстати, слабенький у меня по ней. Еще минус одна жизнь. Офигеть, ну это вообще жестко. Это жестко прям.
Ой-ой-ой. Супер Шреддер. Блять, еще жизни мало. И что? Понятно. Капец. Жестко. Пиздец. Это невозможно просто. Да. Не, ну очень сложная. Да нахуй. Проебали нажать кнопку. Ой-ой-ой. Подальше, подальше. Ебануться. У вас жизнь. А, я еще проебал. А-ха-ха. Понятно. Ёб твою мать. Нихуя себе. А это нечестно, я считаю. Что, какого хуя я на легкой сложности должен еще пизду, блять. Че, я не могу пройти, получается, черепах? Поаккуратнее, наверное, играть. Ой-ой-ой. Ну это пиздец. У меня там лучше получалось этот раз. Я уже просто без этого.
Это пиздец. Да нет, нет. А, сука, блядь! Да, блядь, что за хуйня? Ой, блядь. Пиздец, как сложно. Как сложно. Не, все, это надо заново начинать. Как тут? Как тут заново начать? Никак, блядь, да ну я должен... Настройки. Хуёво. Я не знаю, как это проходить. Блять. Не знаю, еще и пиццы не дают в этот раз. Понятно. Ну пизда, даже пиццы нет, блядь. Пойди нахуй. Просто меня ебачит за голову. Понятно, ну это пизда. Сучка ебаная. Не знаю. Две жизни, блядь. Автопроёб. Я считаю, что это хуёвая игра. Они не должны были такое тяжёлое делать. Это полный бред, потому что мне. Полнейший бред, я считаю. Ну, блядь, не должно так тяжело быть. Быстро подходить. Мансик получше. Я не успел ударить. Что он делает. Бля, просто ебёт, блядь. Да ебёт, нахуй. Всё. Получил пиздол. Невозможно, блядь.
просто трахает жопу. Просто ебёт. Бля. Да. Я еще прицелиться не могу почему-то. Ебать! Вот как это, парни, вот парни, вот как вы это оцениваете, блядь? Почему, как это, блядь, можно было? Просто жизнь ебать, блядь, и не лофтхитнуть. Просто, блядь, везунчик, нахуй. Ёбаный пидорас на Шреддере, я просто мать его, не знаю, блядь. Ну это пиздец, все это одна жизнь, блядь, надо съебывать, блядь. А, они меня будут еще понятно, понятно. Давай, давай. Блядь. Бля, ну это невозможно, это просто нахуй. Ебать, да, давай, конечно, ёб твою мать. Понятно, ну это пизда. Это пизда. Всё, надо съебывать. Ой, аж не верится. Аж не верится, но это... Это невозможно, это надо придрачиваться, аккуратно играть, вот. Как сказать. А иначе херня полная будет. Если вот так вот мне не эскейпить. То есть вначале я плохо прошел первую часть. Ну ладно, это реально финальный уровень. Прям сложно. Не, ну игра прикольная. Я не буду ее удалять. В следующий раз другим персонажем пройдем. И на средней сложности уже. Там уже интереснее будет. Приятная пиксельная графика. Игра мне очень понравилась. За один заход прошел. В принципе, не знаю, давно так не играл. О, Кейси Джонс как раз доступен. Прикольно, можно вот им пройти будет. А, не. Вот, такой вот сложность такая будет у нас в следующий раз. Вот, и у нас теперь Кейси Джонс, да, будет? Вот он. Сплинтер неплохой. На Эпилонил. Ладно.